Привет, всем привет. Так, у нас родительское собрание сегодня, да. Так, мы приехали позавтракать, приехали вот в такое заведение. Вот так оно называется. Мы здесь первый раз. И это seat to table, только его как бы сыночек, дочка, не знаю. Ну, в общем, это младший братик, младшая сестренка, наверное, как-то вот так можно назвать. В общем, тоже seat to table. Я после того, как мы позавтракаем, пойду еще засниму этот магазинчик, а покажу. Это заведение вот так выглядит, очень мило, очень симпатично, очень такое зелененькое все. Так, мы уже заказали, я меню оставила, чтобы вам показать, поэтому... О, положи, пожалуйста, туда. Она сейчас заберет его. Я взяла кока-колку, водичку. Ну, водичка просто так подается, она везде бесплатно. Я еще взяла кока-колку. Это вы только посмотрите, сколько вкусноты. У меня много-много грибочков, жареная картошечка, брокколи, там яйца на чабате, все. Мои блинчики. Попросила без баттера. Ну ладно. Но они хотя бы его не плюхнули. Боже, как это вкусно пахнет. Так, а здесь у нас что? Что-то типа того. Я говорю, это сосыч, он смеется, говорит, да, это сосыч. Это фрикадельки? Котлетки? Котлетки? Ну, выглядят как котлетки, да. Нет, это сосиски. Так, ну такая вкуснота, ребята. Просто вау, просто вау. Мне, конечно, это объезд. Это просто сосиски, на которых он наступил. Пока не осветили. Ой, вау, просто. Да, ну как, ножичек, вилочка. А мое где? А мое, вот оно. Боже мой, как это вкусно пахнет. Ну, у меня точно, по крайней мере, очень вкусно. У меня грибами пахнет. Я думаю, да. Что так вкусно пахнет, у меня грибы так пахнут. Хорошая альтернатива seat to table, потому что здесь тихо. Да, да, кстати, да. Но хозяин да. Тоже сами. Мы вышли, мы еще две пиццы заказали. Сейчас покажу, поставлю в машину. Мы с Вовой на разных машинах приехали. Я сейчас поеду уже в нашу сторону. А Вова дальше. Обалденно удобное место вообще, конечно, удобные диванчики, просто огонь вообще. Смотрите, сколько народу. Вот смотрите, вот мы сейчас были вот в этом заведении. Видите, сколько там народу на улице, а мы внутри сидели. Я, кстати, внутрь не зашла, вот здесь вот внутри. Вот так вот. А внутри магазин, как seat to table. И там столько народу, ребята, покушать пришло. Это мы на завтраки приехали, а если приехать на обед, там будет другое меню. Более такое съедобное. Ну, в плане не позавтракать, а прям плотно-приплотно прям поесть. Хотя я столько съела, я не знаю, это до завтра явно. А так, место огонь, конечно. Два бардачка. Да, пицца у меня там, да. Ладно, ребята, все, давайте, пока-пока. Посидели, поболтали, да. Наобщались, ладно, поехали мы. Давайте, пока-пока. Пока-пока. Да. Ладно, все, мы... Ой, ребята, там еще больше народу стало. Мы, правда, болтали час, и у нас еще больше народу приехало. Ну, видимо, на обед в это заведение приезжает еще больше народу. Вот, а я сейчас выезжаю, у нас уже пол первого, уже скоро час. Я сейчас поеду уже в нашу сторону, сейчас подумаю, если мне надо куда-то заехать, то я, возможно, заеду. Но вроде бы мне никуда не надо. Сейчас вам пиццу покажу. Смотрите, какая красотуля. Две мы взяли пепперони. Я такую упаковку, кстати, первый раз вижу. Поехал. Вот такая вот эта маргарита, она какая-то странная маргарита, она называется мистейк маргарита. Я уж не знаю, в чем там мистейк. Ну, в общем, она и такая. И вот такая пепперони. Классно, дети обрадуются. А мама-то как рада, готовить ничего не надо. Так, ребят, я дома. Заехала еще в Фабрикс, который возле нас, возле дома прям, купила колбаску. Она у нас на расхват. Купила тесто на пицце 4 штучки. Купила Машкины любимые булочки Cheesecake Factory. Очень вкусные. И, ребята, у нас в Фабриксе есть небольшой отдел. О, еще жвачки купила. Небольшой отдел с косметикой, но там так себе как бы отдел, там у нас не самый большой паблик здесь, такой на углу, магазин на углу, типа, все, естественно, есть, все можно купить, но косметики там не так, как, например, в другом каком-нибудь пабликсе, где будет прям целые ряды, типа, как в Walmart я показываю, там очень такой небольшой отдел,
Да, у меня же пудра, я вам показывала, какую мне пудру доставили. Кстати, у меня новую пудру доставят уже через несколько дней. Она уже в пути, уже, вообще мне ее уже заменили, хотя ту еще не вернули. Ну, то есть там я как бы оформила, что повреждена упаковка, бла-бла-бла. В общем, они уже выслали другую. Вот, взяла вот такую. Ну, не знаю, там такое освещение было, что было непонятно. По-моему, я слишком светлую взяла. Ладно, пофиг уже. Короче, взяла пудру, не удержалась, взяла еще один лак. Ну, я мимо лака вообще пройти не могу. Не было моих слоников, но в Пабликсе их не бывает. Но я, по крайней мере, ни разу не видела. И взяла еще один, у меня мой заканчивается. Это сверху блеск. То есть, допустим, матовый лак. Хочешь блестящий, чтобы смотрелся, вот этим покрываешь. Их есть два. Есть матовый, например, блестящим накрасил, сверху вот таким же матовым. Пум-пум покрыл, у тебя матовое покрытие. Что? Что, милая? Вот, я беру блестящий. Мне нравится, когда блестящий. Такая вот упаковочка. Это я руки помыла. Остается конденсат, руки еще мокрые. Вот, и такой есть матовый, и такой блестящий. В общем, я блестящий взяла. И взяла вот такой. Ой, коричнево-красный, что ли, не знаю, как назвать. В общем, прошла мимо, взяла. Мимо просто проходила. Так, все, я дома, мне уже скоро за детьми. Та-дам, друзья, у нас вечер, дети дома, мы уже даже уроки сделали. Куда пошли? Джерри! Джерри! Все, открыла, я разношу вещи. Джерри! Иди сюда, зараза такая, а. Открыла дверь, все, все там. Мы тут с Котей разбираем вещи. Брошу, да он не отходит от меня вообще. Он лежит, мурлыкает, смотрите, с таким томным взглядом. Не надо, он просто не отходит. Не надо, Катюш, не надо, пусть лежит. Он помогает мне тут разносить вещи, разбирать. Мурлыкает! Мурлыкает громко, да, дети нашли жвачку. Я жвачку купила, все, дети обнаружили, пока я в душе была. И пока тут вещи разбирала. Ой, Прошка, соскучился. Он в комнате спал, а он вечером уже соскучится, потом начинает такой ласковый быть, такой ластится весь. Он прям вот весь измурлыкается, он по пятам за мной. Я туда, он за мной, и вокруг ноги ходит восьмеркой, мурлычет. Возьми меня на ручки. Ходила с ним на ручках, вот разношу вещи. Сидит тут. Что ты разбила, Катя? Так, у детей бесючка. А сейчас будет ваша картошка. Попросили картошку пожарить. И ты со мной. И ты со мной. Передохнуть мама села. И ты со мной. Там осталось 5 минут, сейчас дожарится картошка. В общем, Жорка, господи. Джерри. И Джерри. Джерри, Джерри. Джерри с мамой. Джерри с мамой. Ой, какой счастливый. В общем, вечерняя картошка жарится. Завтра у нас последний день. Завтра у нас пятница. Завтра уже... тихо. Но завтра, друзья, последний день. Тихо, тихо. Джерри со мной. Не-не-не-не-не, залазить точно не надо сюда, брысь. Завтра у нас последний день перед каникулами. Ходят в школу и начинаются каникулы. Спринг брейк. Спринг брейк. Чего она кричит там? Когда много приезжает туристов, много людей уезжает к своим каким-то родным, родственникам, друзьям и так далее. У нас во Флориде будет очень много приезжих, у нас начинается тепло, пляжи будут заполнены, Марта Айленд, вот эти вот все места. В общем, будет много-много людей и, в общем, такое время отдыха. Ну, не для нас, у нас работа, как всегда, выходные или какие-то праздники, у нас работа. Вот, а так вообще, ну, зато у детей каникулы, дети будут отдыхать, им не надо будет рано вставать. Не надо будет рано ложиться. Отдохнуть. Если будет прям хорошая погода, если будет возможность, будем ездить, наверное, на пляж. Нас еще там на барбекю пригласили. Я сохну, сижу мокрая. На барбекю пригласили, но не знаю, как получится у нас уже. Потому что в воскресенье мы тоже приглашены, мы тоже поедем в гости. И в это же воскресенье нас тоже пригласили на барбекю, но мы отказались, потому что мы уже приглашены. Ну там, ладно, не проблема, это наши соседи здесь.
Вот. В общем, там, ладно, тоже не проблема, в принципе. Там можно в любой другой день, мы живем в одном комьюнити. Что происходит? Я детей не узнаю. Че к чему у них? Бесучка такая вечерняя. Они картошку ждут. А я завтра, наверное, устрою уборочку, возможно. Я вот не знаю, завтра по поводу поездок еду. Завтра Лиза приезжает еще. Еще Лиза приедет. Сейчас я с ней разговаривала. Тихо! Смотрите, где мои котики. Котики мои. Сейчас разговаривала с Лизой. Приезжает она завтра, наверное, до обеда, до детей. Я говорю, до детей приеду. Я говорю, утром проснусь и приеду. Катя, ты по Лизе скучала, она завтра приедет. Она говорит, мама, завтра, не сейчас, не надо дверь открывать. Вот. Так что завтра приезжает Лиза. Завтра 8 марта, ребята, завтра же 8 марта. Что мы будем делать? Я не знаю, что мы будем делать завтра. Спрошу у Вовы, сейчас он скоро приедет, спрошу у Вовы, какие у него там планы. Может быть, мы куда-нибудь сходим завтра, не знаю. Я что-то говорю, сомневаюсь, потому что завтра школа, уже еще последний день, поэтому сомневаюсь, что завтра мы куда-то сходим. Может быть, дома сделаем барбекю. У нас есть, в принципе, все для барбекю, есть мясо, можно что-нибудь еще прикупить, там типа овощи какие-нибудь. Сейчас я высохнула, мокрая. Вот, так что завтра, скорее всего, я замучу уборочку. Ну, у нас уборку, блин, замутить, ребята, это капец. У собаки течка. Джерри еще гадит, где-нибудь может нагадить. У меня уборка такое неблагодарное дело. Сегодня только Ире жаловалась. Моя собачья жизнь. Ой, слушайте, пожалуйста. А что это за палка? Покажи мне, что это за палка. Где ты взял ее? Ну, вот это я вязала. А где ты ее взяла? На бассейн. Ну, вот эту штуку. Обалдели, что ли? Это полотенцесушитель. Нет, это не сломала. Это которая была сломана? Да, я видела на... Иди положи на место, сейчас Маша придет, сделает. Нет, собачья жизнь. У меня на сайт есть. Это у Машина сломана, да? Ну, положи, это Машина, Маша сделает. Вот, вполне возможно, завтра я еще до магазина доеду. Что-то мне сегодня дети попросили такое купить. Я говорю, да, куплю, а что забыла? Ну, лучше у них не спрашивать. Так, картошка готова. Ой, немножко ее передержала. Ну, чуть-чуть. В принципе, она вкусненькая, хрустященькая. Я ее уже переворачивала. Не, нормально, все хорошо. Все, так, а мы пришли уроки быстренько, слова написать. Что? Try. Сейчас все слова напишем. Что? Sky. Скоро каникулы, мы пострижем лаврушу. Так, пиши теме, чтобы видно было, а то я вон тем желтым вообще не вижу, что ты пишешь. Стой, что? Sky. Угу. Не. Ай нету. Ай нету. Откуда там ай? Так, завтра два кто-то получит у меня. Так, давай, повторяй заново. Так, теперь с Катей сделаем уроки. Ну, точнее, здесь Катя делает все сама. Я вообще не понимаю, что там происходит. Ну, здесь, в общем, им объясняли в школе. Я не знаю, что ей здесь объяснять. Тем более, она говорит, я все знаю сама. Здесь несколько листочков, 3 или 4 листочка с двух сторон. И она раз-раз-раз быстренько все сделала. Ну, там единицы измерения, что-то там с инчами, какие-то полосочки, что-то там зачеркивать. В общем, она все сказала, знает. Давай скорее, уже поздно. Еще слова писать. Еще слова писать, давай скорее. 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96.